хочу показать, как удобно срывать огурчики, не используя никакой инструмент, ни ножницы, ни секатор, просто руками. Находим огурчик, берем его вот так вот и большим пальчиком просто надавливаем на основание этой вот плодоножки. Раз, все. Внутри тут образуется такая аккуратненькая ямочка, хвостик остается на плете. Все, огурчик готов. Очень быстро и удобно.